не хотят караси работать по команде. Кинул один кусок, всплыли, покусали и загнали на камни. И уплыли, пока я за камерой ходил. Но живы-здоровы. Похолодало, видно, им особо нет аппетита. Видите, как там глубоко? Приветствую вас на моем канале «Из Африки в Беларусь». Сегодня у нас рубрика «Будни одинокого самца». По плану разморозить холодильник, это уже идет в процессе. Приготовить покушать, скосить газон, выдрать мох вокруг озера. И мое самое любимое занятие – вытащить газонокосилку и скосить газон. Ходил целое утро, нудил, дудил, по телефонам разговаривал, решил разморозить холодильник. Лайфхак, как это делать, есть у меня на видео. Остатки роскоши: компот со смородины и черешни и голубцы в томатном соке домашнего приготовления. А я пошел пылесосить. Штаб. Ладно, это так, для демонстрации. Мне так на камеру. Видите, как красиво все перестелил, как в армии. Вон она, мечта комбайнера. Травушка-муравушка. Как бархатца еще насеялась. Пчелы гудут. Да, мы придем позже.
как с бодуна все равно хлещут воду. Бджолы. Что, завалило меня? А во, пару штук завязалось. Абрикосов. Как в прошлом году. Штук 10 доживет, надеюсь. Остальное его все померзло. Венгерка. Ну, это такая. Люблю таких вот. Такие вот растения. Я ее посадил. Со словами: хочешь жить — живи. И малышка дает каждый год результат. Надеюсь, и в этом году не подведет. Яблоки на снегу. Отцветки, интересно, перепадет что-нибудь в абрикосовом эквиваленте. Ух, как классные тут абрикосы. Здоровенные. Что-то я их тут и не вижу. О, один. Обидно. Черешня. Стала доставать еще рано. Белый налив. Картошка уже повылазила. Чувствую, завалит урожаем. Ну что-то вишня. Как всегда, цветет. Потом 10 штук. Слышно, какой гул стоит. Выходил на поля молодой агроном. Тут эти груши не видно. Чтоб хоть пару штук где. Ну и доживем, посмотрим, что у нас с этой получилось. Я уже проверял раньше. Пару черешин завязалось. Приятное закончилось. Достаем шланг, косилку, и понеслась. Можно целый обзор запилить. Как заводится косилка после зимы. Беликова, чтобы хорошо заводилось, надо подсосать бензин.
черная полетела. Еще надо подсосать. Первый заход с любимыми зрителями. Надо что-то одно делать. Или снимать, или косить. Зажинки. Закос у нас состоялся, половина скошена. Косил. И тут я вспомнил кое-что. У одной моей самой преданной подписчицы, комментатора, день рождения, 52 года, Татьяна Данилова. От всей души, от всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, здоровья, вам и вашим близким. Счастья, успехов, всего самого наилучшего. И смотреть на одинокого самца. Привитание из Республики Беларусь. Работаем. Газон скошен. Но нашел лягушку на газоне погибшую. Что-то даже как-то взгрустнул. Вот здесь вот, между
озером и деревьями. То ли она к дереву туда ползла, искала, то ли уже от дерева. А, досыпал, обновил. Это же вы мне там в прошлом году насоветовали. Кстати, классная вещь. Под деревья подосыпал. Короче, надо искать новую лягушку. Вот такой стадион. Не могу нарадоваться. Косилка помытая. Сейчас покажу, что буду делать дальше. Первое. Пинтур. 3,6 грамма. Тут надо 1,8 на 5 литров воды через 3-4 дня после покоса газона. Защита газона от сорняков широкого спектра. Не знаю, разбодяжу мне литров на 8. Побрызгаю, потому что везде плетуны, какие-то одуванчики. Непонятно, что, короче, растет. Посмотрим, что с этого будет. Так это примерно происходит. Что это за растение? Сорняками на газоне разобрались. Потом покажу, что с этого вышло. Следующая фигня называется стриж. От любых сорняков. Мужик сказал, даже фэшку. Сейчас покажу вам ту фэшку. Ну, не знаю, как она по-научному называется. Дед ее называл фэшка. Такая, как елка. О! Это не фэшка, еще не повылазит. Ну вот она, такие зачатки ее. Вот она. О. Только это еще зародыш. Ее даже, походу, бензин не берет. Побрызгаю вокруг озера. Мне категорически лень вот такого выдирать это все. Может, по осени. По осени, кстати, я ее выдирал. Есть на видео. Надо где-то сачок запустить лягушек. Пускай квакают. Ну и сделаю, как обычно, хиросиму за домом. Потом вам покажу. Вот так вот подросли уже мои тюльпанчики. Вот закопанный мною на обы. Вырасти, живи. Пион растет. И скоро зацветут мои тюльпаны. Видите, сколько много и всяких разных. И кучерявые. Вот это все я протравил. Будет пустошь Самоа. Едем в магазин с водителем такси. Аж за, как мой любимый тариф. За 3 рубля 50 копеек. Вот такой вот интересный день получился. Но напишите в комментариях, как вам мой стадион. Розы еще пообрезал немного. Какой самый сладкий сахар? Вот этот. 2,58. Купляйте белорусское. Копейку сэкономил. Приехал на такси аж за 3 рубля 60 копеек. Еще 40 оставил как чаевые. Я классный пассажир. Какая-то марка Тела. Мне что-то сегодня уже после всех этих выходных веселых абсолютно нет желания как-то тут бродить.
какой-то там кефир, какое-то молоко есть, булочек нету, потому что надо приходить раньше, значит будет чиабатта. Две такие. Что мне еще надо? Печенье для завтрака таксиста. Это есть. Это есть. Мое любимое мороженое за рубль 39. Все, идем в очередь. Идем возле вашей любимой канавы. Решил прям тут записать финальную часть. Тут, наверное, водятся большие щупаки. Прикольно в новом телефоне. Шумит, наверное. Ладно. Вот такой веселый, жизнерадостный выходной у одинокого волка Маквейта. Сейчас будут приветы. Один комментатором типа Веста, который мне пишет: лучше смотреть на бомжей, чем на твою морду. Я не понимаю вас, мазохисты, но я тебя тоже люблю. Ну и позитивный привет Наталья. Работа в такси. Опять сблизила нас. Я не буду перезаписывать. Как есть, так есть. После 2 лет нашей с тобой разлуки. Чувства нахлынули вновь и вновь. Кто смотрел мои стримы, могли видеть эту красивую, элегантскую женщину. Поэтому рад видеть тебя в подписчиках на моем канале «Миллионники из Африки в Беларусь». Видео-то выйдет в канун не празднуемого, что-то я задолбался сегодня, дня рождения. Мы с вами еще встретимся на стриме. Может быть. Жизнь продолжается. Вы видели одного Руслана, теперь видите второго. Еще раз спасибо тем, кто засылает донаты, кто комментирует, особенно положительные комментарии. Кто со мной катается по Бресту, Белкин, Пафнутий, особенно тебе и гражданину Котову. Девчонкам всем. Ну, перечислять. Всем. Уже мозг отключается. Сейчас смонтирую видео, выложу, почитаю ваши комментарии. Привитание с Республики Беларусь, с города Бреста. Работаем.